Здравствуйте, товарищи. Сегодня мы играем в игру под названием Told God, то есть в переводе сказать Богу. Это увлекательная игра на Android, где вы будете исследовать загадочный и опасный остров в Тихом океане. 3 года назад известный историк Стефан открыл остров в южной части Тихого океана, а сказав об этом своему родственнику Колину Касту. Наш герой Винсент не мог дождаться того момента, когда приземлится на этот остров и расскажет все о нем. Собрав большую экспедицию, он отправляется на поиски острова, исследует загадочные тайны острова, вступает в бой с ужасными монстрами. Игра немножко напоминает Обитель зла, первую часть, вторую, со своими загадками и тайнами. Тут получается, нужно сперва играть за Винсента, чтобы открыть это самое, следующего персонажа, это самое, сейчас, так. Так. Я уже чуть-чуть проходил, в первом уровне надо было спасти эту девушку. Там получается замок долго долбить надо было, так что, там она в клетке сидела. Конечно, очень долго надо было это долбить по тому замку, потому что оружие слабенькое. Сейчас немножко поднакопил. Как вы видите, как в Обитель зла тоже есть сундук с вещами, которые можно складывать оружие. В этой игре нет огнестрельного оружия, только холодное. Надо сейчас чуть подлечиться. Так, сейчас пойдем мочить всех. Так, сюда складываются вещи, собранные на это в этих местах, то есть я уже понаходил вещиц много, не знаю, просто типа коллекционировать. Игра, конечно, очень напоминает первый или второй Resident Evil и похоже тоже как и 7 дней, которая вышла 10 лет назад, это самое. Так. В жанре хоррор она очень хорошая. И для любителей Обитель зла, думаю, понравится людям. Так, входим. А вот, конечно же, я хотел сказать, увидел тут отсылку к Ван Гогу. Самого персонажа зовут Винсент. И здесь вот еще картина отсылает к Ван Гогу. Вот такое вот. Создатели игры любят творчество Ван Гога. Конечно, был вот недавно фильм про Ван Гога. Очень красочный, рекомендую посмотреть. Опа. Каблук нашли. отдохнем.
Привет, можно с вами познакомиться? Ой, ёлки. Что она делает? А, боже, что она делает? Ай, блин. И что? Что дальше? А, все, я так понял. А, ну ладно. Сейчас восстановим. Да, к ней лучше не ложиться, я так понял. Да ёпрес это, а? Алло, здорово, кто это такой? Это твоя смерть, ёпта. Ду-ду-ду-ду-ду. Ты? О, кто тут на унитазике сидит? Так, вот как бы ее открыть? Это головоломочка, надо как-то ее открыть, а как? Ага, надо что-то именно... Что-то сюда вставить или... То есть, не знаю. Я тут понаходил княженцы, но что-то это, смотрю, не то. В основном в монстрах, когда убиваешь монстров, там в них что-то выпадает. Вот эту штуку я поднял уже, она у меня есть. Я просто ранее играл. Вот не знаю, блин. Головоломочка хорошая, не понимаю, ну, жалко, что еще и не на русском игре, не на русском языке игра, но все же это не мешает прохождению. Я вот сейчас пока что не знаю, блин. Да и как идти? Чуть застряли. А, ладно. А, это уже выход из комнаты, получается, не пойму. Да нет, пока не будем никуда идти, не знаю. Мне кажется, что... Вот это, конечно, подсылает очень хорошо к второй части Обитель Зла про Лизуна. Конечно, круто. Да. Повисела и решила... драпать. Бежать, то есть. Так, что тут у нас? Да не, палка мне это не надо. Надо вернуться. Да, наверное, тварь сзади там сидит. Так, к этой мадам я не буду подходить. Получай, дичь, ёпта. Иди сюда, бить. Давай, 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 давай. Флориан.
Ну, Флориан, давай это, начни. О мой бог! Так, ну что-то я так понял, что у этих тварей ничего, ни черта нет, блин. Вот как тут бы открыть вот эту клетку с девушкой, я не пойму, короче, блин. Да что-то пиздец, не пойму. У них вообще ничего, ни ключей, ни вещей. Ну там что-то какое-то валяется, спрей. Я его взял на бочке, но он все равно ворота не открывает. О, висело, висело, откуда вот это упало. Ой, ёлка. Да блядь ты, а? Не, не ёлка. А, что она делает? Блин. Фу, сейчас пойду дальше. Ну, это, давай, иди сюда, сучка. Они в комнаты другие не идут. Ну, это Нэнси, должно что-то быть. Ну, должно что-то быть. Да, ну у нее есть, но... Это, не знаю, вещь, наверное, нельзя использовать. Это просто как... аксессуар коллекции. Но все-таки... А пытка не пытка, не знаю. А это вставать не хочет с унитаза. О! Можно долбить этот замок. Это хорошо. Сейчас подолбим. Конечно, его долбить долго и придется. Очень долго. Так что это лучше здесь пока что закончим видео. Кому понравилось, ставьте лайк. Чтобы освободить эту девушку, короче. Если вы хотите ее освободить, ставьте лайк. Получается, нужно в этой игре, получается, понаходить их. И там, чтобы открыть какие-то вроде врата, что-то вроде этого нужно. Ну, короче, вот такая вот игра. Всем пока.